Пролетел год, опять за окном декабрь, а значит, пришло время для нашего музыкального праздника. Уже не первый год на рождественских встречах наши ученики выступают с одним из лучших харьковских коллективов – молодежным академическим симфоническим оркестром «Виртуозы Слобожанщины». Наши солисты вместе со своими талантливыми педагогами подготовили новую программу, где будут звучать как очень известные, так и весьма редко исполняемые произведения. Открывает концерт музыка британского композитора, пианиста и органиста первой половины 20 века Алика Роули. Этот композитор прославился своей хоровой и органной музыкой. Также Алик Роули создал ряд сочинений в жанре миниатюры, миниатюрного концерта для фортепиано, скрипки, виолончели и даже органа. Сейчас вы услышите первую часть миниатюрного концерта для фортепиано с оркестром Алика Роули в исполнении молодежного академического симфонического оркестра «Виртуозы Слобожанщины», дирижер Тарас Куценко, солист Антон Чемисов.